Шаман есть. Интернетрики есть, демон есть. Все, немножко играй, короче. Ты что? Привет. Привет. Ну, красава. Протопал побежал агрить в одну сторону, а вы куда пошли? Не знаю. Большой, ловите. Без армии, да. Пошел спеть гимн на ХП. Марат, с тобой МК меняемся. Идите все направо, бейте трэш там. Такое ощущение, что глаз нет. Шаман еще фукашит, сейчас станк умрет. Трэш сбоку сагрил, да вы чё? Красавчик Starfall Аркона, вообще. Номер один. Некоторые может запомнить, что ЧВХ не за Starfall на трассе. Я только что видел Starfall с Авадал. Я анимацию даже видел. Я даже просто по звукам хочу. Как бы вот просто эпично. Какое начало! И не говори, Джерри, он вот в этот раз остался сакрал, согласен. Сейз говорит, что это не он сделал. Савадна. Значит, это этот. Так у нас еще есть Савадна. Нет. Аркон еще. Это ты про меня? Ты же не Аркон. Белин, куда ты смотрел, когда пошел влево? Я ж пошел вправо, а говорит трэш, раньше тебя. А ты что-то влево пошел. Ну хватит уже. Я не ругаюсь, я просто спрашиваю. Аккаунт ни разу не прожал Starfall. Звездный огонь, Аркона. Звездопад надо, а не звездный огонь. Аркон, это ты звездопад связал? Можешь даже по рекаунту посмотреть, что Цези не давал звездопад. А, звездопад, звездопад Аркон. Аркона, вон по рекаунту видно. Видно, что есть звездопад. Извините меня, позже я видел то, что его тело лежит очень-очень там далеко. Что ты говоришь? Говорю, то, что тело Войда лежало очень-очень далеко в трэше там. Чуть не вышло. Да я видел, он пошел сбивать косты уже мобам. Может, кто-то из миликов сагрил? Нет, милики не агрили. Милики все на месте. Ну перебивайте, ребята, у нас куча времени. Вся жизнь впереди, ребят. Спешить. Час ночи, у нас времени до 8 утра много. Просто открыть глаза и посмотреть, кто это делает, и кикнуть этого человека. Да, не знаю. Согласен. Спасибо. Бафы на бегу даем. Террас прото, фален каски, крабочка, кресты, войд кулаки. Кто сагрит трэш, тот говно. Кто голдует, кто выловит этого мерзавца. Шамана чем там это хлеба ну легайте хус мы с тобой меняемся МК, два остальных мага друг с другом.
Готово, погнали туда. Пауков в первую очередь. Пауков. Дочку играем. Владимир сейчас отдалил камеру и смотрю, чтоб никто не сорвал. Да, я тоже слева встал такой, знаешь, это пасу, короче, блядь. Где этот парень? Уже глаз дергается. Спал стены. Давайте агрите больших. Тяните слуг до кашки, прожмите зеленый, тяните слуг, тянем по паукам в первую очередь. Пожалуйста, ловите. Давайте паука одного. Второго давайте заливайте паука и бейте большого, чтобы не было коконов. Все, большого, я уешьте трэш там под ним. Человек сгинул. Да? Можно накинуть 750 ЕП. Второго. Ерзайте там, справа. Танки. Бежит. Маракс, что им хань даешь мне? Паладин он упал. Павший паладин с ником Фален Паладин. Нормально. Так, ну что, идем. Идем по роллу. Ладно, я буду с катапультой наконец-то. Да. По правилам ролим на один спек. Пишите в РК, пока бафаетесь. На что ролите? На кого поролить? Пешки ролятся. На меня, конечно же. Зеленка сидит и пылится. Можно только фиолетовую херню с трэша. Вроде все по луту. Лут по роллу и по классу, по спекам. Все вроде. По бафам тоже все сказал. Лок СС на эрдру, на супердру. На эрдру, да, эрдру. И все. Колки по роллу. Сколки. Много людей выбирал с чата, и, наверное, сколки надо. Вот пишут только мне, осколки нужны. Если они только войду нужны, то пусть собирают, я в принципе не против. Так на пол. А Беллин, он за БДК идет или нет? Ну просто вагон идет. Может потанчить трэш. Мэрилин, Теларх, что не хватает вам? Не знаю, БДК сказал, на Диам, может, сори. На танка надо, так что, я не знаю, может, я кем-то другим пойду, да? Угу. БДК. Еще раз чек. Да нет. Раз каску дайте. Паладин по себе каску. Кто там? Фален, Паладин, ты каски бафишь. Давай пошустрее. Пишут в чате каску, значит, бафает каску сразу. Подожди, надо Терезу
Ты что ты делаешь, Долоране? Ты же танк. Идем с... поставишь карту, самолет. Он там делает вообще. Слишком далеко. Умойся. Что ты считаешь, что если ты идешь танком, то ты единственный, кто будет ролить на танке? Давай, принимай сумму. Всех переролит. Так, танк тут. Что там у танка? Все есть, бафы есть. Ту дайте еще разок. Оставайся. Видишь, вещи какие-нибудь, потом видишь. Покинул Белин, покинул группу. Почему? Да, я систа. Жи. Кого-то заходит? Ладно, пошел спать. Ну, можешь пулять, я там доберу, наверное. Погнали, 24. Чек на пол. Все готовы. Коваленко. Поехали, короче. Сначала встаем, передаем Геру. Шипы. Плохо. Какой? Смотрю, он по шипам. Чё? А, бежали танки нормально. Не разбегайте, сейчас шипы будут. Чё вы как бежите, как тараканы, блять, от тапка? Стойте в центре и не суетитесь. Вот сакру можно дать. Видишь, крутится в центре. Давай сакру сразу. Кушек не стойте, кучнее у совы стоим. Иди босса в центр. Мы отсюда подамажим. Шипы бейте. Вот шипами. В лужах не стойте. Идите правее все. Шипы. Выигрывайте в босс. Поднимайте Нерион, идите чистить трэш. Пало. Такое. Давай. А, все. Лицо милики. Плечо хилы. Полипал. О, блин. Тут вчерашний слоник пишет. Вред хочет. 4-6 кг сала. А роги на боссах просто, да? На боссе, страшно не есть. Стоит наверху, врывайтесь в трэш. Кто там фкашит? Без армория. Второй пачкой аккуратней. Снова сова какая-то, Starfall. Там не было ПТ. Опять Starfall, блядь. Ак... Акконо. Значит, херачим всех сразу.
Это старфулофобия, да? Арконов, она всегда что? Арконов. Я же говорю, это Арконов. Не, отсюда, кажется, звездопад не достает первой точки. Достает там ПТ не там... было. И этого милики не бьет. Фу, гроза покинуть тело. Милики, бейте юбку. Милики, юбка ваша. РДД мало ДПС по ней. Сейчас мы посмотрим рекорд. Да, он тебе ничего не покажет. Покажет юзаемые скиллы на трэш. А что ты хочешь сказать, Сомы не должны взять витопад на трэш? Нет, просто с умом же ж надо. Близко не подходите, леди, запустите АУ. Не лезьте туда, блять. Поводите пауков. Да выбирай никого там, я возьму человека. Ой, просто ролим. Нет, по тайму ничего не будет такого говна, потому что если человек будет ливать после шмотки, он просто больше не будет с нами ходить. Хиллери, пейте ману. Просто у меня хп было. Все а мы ролим? Я не помню. Паролу просто. Паролу просто раздается сразу, никаких, блядь, задержек там всяких глупых. Вы сразу можете улучшить, да? Там колье надели, такие, во, я крутой. Как на пол. Танки разобрались, кто слева, кто справа. Пуляем. Все готовы, пуляем. Трешак. Трешачок, переключаемся. Включаемся все. Только три человека. Приоритет фанатики. Сливаем. Мак, что ты долбишь? Бейте все трэш. С лестницы ДК какой-нибудь притягивай его влево или вправо. Какой-нибудь есть вагон ДК? Справа трэш доиграйте, кособоки уже появился, там долго живет он. Контроль, Цезия, законтрольте, пока звездопад не дал он. Паладин ДК прислейте. Лужа. Десять секунд до трэша. Дотайте, все, стоп, ДД по леди, стоп, ДД по леди, стоп, ДД по леди больше не бьем, ждем трэш. 10% там, убиваем трэш и переводим леди. Быстрее. Трэш лево, справа, на пул, на второй фазе, на БДК. Доты добрые, ребят. Ну и нормально. Бейте там приверженцы справа, милики. Да не получается. Следите за агро. Давай, Гера есть. КД. Ну и ладно. Ледяных стрел. Бейте да, косты. Гера. Давай, чё. КД на Гера. Нет смысла. Да. Духи, не взрываем духов, что-то по них забыл совсем. Вон в РДД зоне кому-то летит дух к Верке. Бейте предателя, вон под боссом. На Мараксу можно. Им за агро, Мараксус на срыве, можно дать ему сальву. Достает из паладинов, дайте. Тоже можно. Второй на срыве. Духи, сова сзади, два духа, один ко мне летит, другой тоже куда-то тут щемится. Все, бегите трэш чистите, лут раскидаю сейчас. Поешьте, там оно осталось еще, кстати. Туман хочет подрегенить. Посох вот этот дурацкий. Вот этот надо кому?
плечи. РПД. Шея милики, ретрик. Шинори срулил носовой аркома, кольцо на ретрика. Ой, не кольцо, а это шею. Тогда он на другого рода тоже. Дизарморил, да? Да? Ну ладно. Вагоны. Вагоны кончатся. Кто ниже всех по ДПС? Так. Супер Дру, Верка. Можете на сроке спекаться в ДД. Я взял ДЦ. Как туда летаешь? Слышали, да? Мы полетели. Не успел. Я не знаю. Кажется, надо засамонить Хима потом. Пушки никто не сел. Сюда сел пошли, пушку. Не будем в две пушки тогда играть. Верно, Ион, разлагает тебя во время боя, такое бывает. Просто вниз упади с кораблей, когда бой начнется, и тебя закинет обратно. Давайте за одного мага поведем. Похоже на то. Ясно. Если дать сейчас левитацию на коня моего, я допрыгну до корабля. Чем тебе по крылу проще пройтись? Не в этом дело. Может, успеем. Для перегрева не будет ни одного. Можно попробовать, в принципе, сколько там, 48? Не успеете. Там, если... После первой перелетки остается что-то типа 30 с чем-то, с небольшим, тогда может. Не хватило как раз. Чуть-чуть, да? Да вообще, враг я. Начал стрелять.
огонь! Альянс повержен! Вперед к королю Лючу! Без шеи на демона. Рольте. Нет, нет, кольцо, если там есть. Улет, рольте. Кольца нет. Конно. Ну, он такой себе. Я лучше Локу отдам, он ему предбиз. На сову? Да, совен вообще не нужно, что? Нет, я говорю, мне в сову спекаться. Подожди, надо сумануть. А, ДЦ есть, да, спекайся в сову. Счет хилы. Кому там надо? Нортрон, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Лег только что. Арканум сет. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Там бафы кому надо. Дают тебе не сразу, а как поставят. Я здесь, чтобы забрать его тело. Станом. Танки будут туда, в середине. Кто? Танк на лестнице или в середине? Танкам удобно, так пусть танчат. Строимся. 25 человек вроде в центре танчат, чтобы всех ренджа было, правильно? Если я ничего не путаю. Надо посмотреть, где стоит Кшаньки. В городаре под защитой старейшин. Стой в центре, значит, срок, скорее всего, будет в центре. Я пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил. Кулоком Фален Паладин. Здорово всем. Здорово. Привет. Чё делаете? В обычке. Хочешь покатить ШП? Да. Сейчас, может, вместо меня пойдешь, я посижу, похорошо. Только давай минут через 5, хорошо? Потому что я сейчас чай пока сделаю, только домой пришел. 5 секунд, ух. 5 минут. Да. Все, сейчас буду. Во имя короля Лича. Геру. Агри, Агри. Чуть еще 5 секунд. Паладин, у вас 4 штуки. Почему трэш бегать по рейду? Войт, Терра, Скрабочка. Один паладин, у вас 4 молотка. Второй трэш бы стоял около 40 и не двигался. Вы что, расслабились-то, не пойму. Крабочка. Ну и что, я не хочу умирать от трэша, понимаешь, в чем дело? Здесь реально умереть от трэша. Вот, стоит трэш. Тебе накидали ему стоячего. Все. Трэш, 5 секунд. Давайте стану трэш и доиру из сурка. 2%. Молодцы.
наручи, фурики, роги, предбис. Хрена там ролл 44, две штуки. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Бога ДК Макдуль Печенко. Помните о чести, герои. Какой бы Пердру. Никогда... Чумку идем. Дал жрец лог Печенко. Цезий. Да, к собакам должен прийти. Цезий. Иди, 2 минуты. Сейчас валик мы убьем пока. Давай, давай. Только это самое. Больше 5 минут отсутствуете там при пуле или то есть, что-нибудь такое. Мне проще кикнуть и пойти с теми, кто тут. Все, Олег, я зашел, если что. Сейчас. Ходишь, что ли, Олег? Просто а зачем вы за мной бежите? Вообще. Потому что делать нечего. Шел, собрал рейд и свалил из него, красава. Если ты на офнице напишите сюда резиды. Бейте, я понял тебя. Просто хочется посидеть, потупить. Чем женщина? Бумажит трэш, босса бы побил. Бля, вторую, быстрее первую доливаем. Летит, играем по вальке только. Добейте. Отлично. Добейте таргет. Звездочку, звездочку добейте. Звездочку. 2 вы не вывезете. Танчи, трэш, протопал. Вторая валькира. Гнев небес. Все поводиное. Не отдал гем на хп. Саку. Гнев небес. Кольцо льда. Бейте точно. Звездочку. Маги, кольцо льда по КД. Пуханку, небес тоже в трэш по КД, и бейте звезду точно. Диспельте говно с нее всякое, которое копии вешают. И ходки, да, вот эту всю дрянь с нее диспельте или и убивайте ее. Мне кажется, не диспельте. Надо отводить, короче. Да не, надо отводить вальку. Отводи, отойдите все от портала. Сейчас вы умрете возле портала, там будет много. Зачем вы побежали туда вдвоем? Бежит один ДК. Все. Остальные стоят, ждут. Да и нахуй туда бежите, я в шоке. Пришли 25 ОП, не знаю, как будто первый раз змеиные святилища зашли, не знаю, что куда. Первый паладин побежал. Почему-то ДК тоже решил побежать. Потом маг решил побежать. Залупа часы. Сука. Сагрил первую. Девелки нельзя, заходи в рейд. Я уже подлетаю почти. У меня кошка смотрит, короче, я лечу на Фениксе, блин, а по всему экрану вот эти полоски всякие, кошка смотрит, такая, блин, голова вертится, у нее в разные стороны. Пей гирлянду. Снимаемся, наверное, на подъем смертоносного, потому что я боюсь портоваться на верхний ярус. Я проверил, и мне стоило это жизни. Не портуйтесь на самый верх, портуйтесь к сурку. Трэш. Блять, там трэш. Чё, только сурка убили, что ли? Да. В смысле, только. Не, ну я зашёл, короче. Без лайков идём. Я. К нам. Пойдёшь без вайпов с нами. Резьте, кто умирает, супер друг, где они там все дохнут.
Трэш убивает, наверное, его, да, нам танк нужен здесь. Так, хил есть. Танка. ДК бежит, супер, протик, отлично. Не портуйтесь на третий этаж. Только еще раз надо повторить, чтобы вы не вайпались. Слепые, глухие, как обезьяны. Обезьяны не глухие. Статуи трех обезьян, помнишь? Ничего не вижу, ничего не слышу. То и сказать не смогу. Рефери, похильте, не успели. Ну вот этот трэш добьете и нормально пройдем туда. Кто тут валяется, Лока, меня резните. И идем к порталу. Смотри, вот Телларх отвалился. Ловушки. Сука. Бьем копии вот эти вот. Войда бьем, Войд Форс, видите, вот он стоит в юбке. Войда в первую очередь. На глыбу. По шинали отъехал, резайте его. Можно пробежать, если успеете. Бьем остальных. Действительно, так сразу сложно пройти через вот эти вот синие гоняк. Нормально. Мы... Проходите дальше, там этот. Там холодно. Так вообще. Эти сзади еще с другой стороны трэш привели. Можете еще отбиваем портал, короче. Включить хенты. Эпичнее было. Могут власть льда выключить. И праведная. С другой стороны Войд. Все, портуйтесь наверх. Зачистили все. Вальк-то убили или нет? Нет, не убили. Вон, видите, стоит в центре херня какая-то. Пошли туда. Еще не здесь, паладин там, фален паладин, давайте. Наверх поднимайтесь. Бафы на бегу раздавайте. Да, было бы кому баф раздавать, половина сзади АФКшит. Вторая летает, вон звезда. Сейчас куда, на чёрку? На лёд надо, так интересно. Пипец, у меня все аддоны послетали нафиг. Не включай их, не бойся. Это просто невероятно.
Опа, танк уехал. Конечно, потому что протовар решил нам потанчить, позабирать моего моба. Я подумал, я не нужен, я ему диван дал. Хотя кто-то просил доверчиво. Блин, ребята, я только решил кофе налить, а? Что, мы мешаем тебе? Да, я танчу. Прости. Просто стандартная схема, агро набил и уходишь наливать кофе. Ну тут у нас нашлись самовольники, которые решили поспекаться туда-сюда. Может, протовар, пусть танчит, что тебе такого-то, я не знаю прям. Ну, у меня ДД спека нету, вот та же история. Танчите втроем тогда, и все. Потом спекнешься в ДД, может, ему просто хочется ворваться в трэш. Давайте, бейте, пока эти дураки здесь. Просишь танкануть какой-то сраный инс, ни одного танка нет в гильдии. Хватит ныть. Совет, дайте вы этот, короче, ну вы поняли, паладин, такая штука, боб. Обычно на этой фразе улетает сова. Обычно. Не сова, а кот. Если хотите, мол, на кого-то другого зайти. Еще куча дамагеров есть. Так зачем сейчас начинаешь? Так и раскол. Это будет круто. Реловнуться, а то у меня тут вообще пиздец какой-то. Поехали. Походу кто-то заходил на мой аккаунт. Забрал все золото? Да нет, тут проблема, короче, визуальная. Закидывай. Что у тебя там порнография со старыми дедушками выскакивает, да? Да нет. Ну, она тут начудила, короче, что вообще непонятно нифига, блядь. Дело как тебе удобно. Кот пытается. Че, где там псины эти? Пойдемте. Стяните этого свежевателя, вот этого вот, и который к нему бежит. Во время боя не любит танков жрать. Опа, сагрили, круто. Гнев небес. Бонус холода. Со льда. Отойдите в проход. Может, собака вправо идет. Отходите в проход назад. Смотрите левую собаку. Сейчас умрет. Сагрите. Чистаков набирай, терпи. 10 как бы. А быстро сейчас накидывать начала. Эти Маракус, он там вообще бедняга. Не знаю, вы видели, сколько хп у него было? Вы. Фу.
короче, АФК, что ли, я не знаю, или они рейд не захиливают, не могут вытащить. 5к всего нужно каждому участнику, чтобы он не сдох от чумного духа. И вы вторую собаку выберете, когда, блядь, пол рейда валяется. Так, БРТ срочно. Народ, Нариона, БРНТ, Пистола и Маракуса. Песните, кто не в бою. Сейчас едете, если что. Вадим, гнев небес готовьте, чумной зомби, ДК вызывайте, бомжей. У людей бафов нет никаких. Давайте бомжей. Играем точно по собаке, кто живой, у кого мана есть. И на гнев небес следующий дадите. А ну, Гим не помешал бы. Хилов нет, короче. Вообще стою, не хилил. Гнев небес по зомбарям. Его в мили-зоне сливайте их. Все, сейчас убьем. Таунты, правильно. Еще один гнев, доливаем пса. И ленточка, да? Ну, ленточка, супер, да. Мы заслужили. Почему хилы не хилят? Да? У вас маны нет. По ленточка. Сзади эти освежеватели. Это ролик, блин. Ну, а. Лента 821. Неплохой ролл, в принципе. Тоже паролит. Что у нас там? 88. 90 Маракус. Сотка. Пилар. Ничего себе. Держи тогда. Пошли на этого. Снегового. Резать. Хендриксона. Дайте. Мистерию, вару какому-нибудь кинь, например. Не знаю, кому-нибудь. Мне показалось, пишется снуза истерии. ТШП, сейчас он прибежит к нам. Дай пати на Риону, он походу дебил. Зачем? Нет, я не думаю, что он дебил. Как бы, если Warcraft играет, то уже не дебил, мне кажется. Блин, а сегодня Optimus было онлайне вообще? Никто не видел, случайно? Был. Во сколько? Ну, сейчас, например. А, не, ну сейчас это я. Ну, просто тут капец, у меня такой, блин, жесть вообще. Цифры какие-то по всему экрану непонятные. Я вообще не пойму, блядь. Выключи. Что есть ремонт рыбы, поставьте. Выключи аддоны, нахрен. И играй без аддонов в плесте. И не будет цифр. Рыба, есть рыба. Поставил друль. Супер друль, спасибо. Да тут такая хренотень. Ты бы видел, блин, что у меня тут происходит на экране. Это же аддоны, скорее всего, правильно. Отключи их все, и, наверное, прекратится. Все, если готовы, только ману пьешь, мне туда. Шанти, ты ману пьешь? Пристабаф еще. Пристабаф и пулять. ТК. Можно уже врываться. Геру как поставим, сразу не надо. Дайте контр встать. Вот сейчас можно. Понеслась, да. Рыск, уходите, а чего вы стоите там? Большой среднячок, 4 штуки. Это я провожу его через. Я вижу. Креативно. Чтобы мне понравилось. Разобрать.
что ж тебе так жалко тучку прожать, что ли? Ты дай ему Боб. Боб скидывает слизни. Что поздно уже. Купите мелкого, а то взрыв будет. Ну пусть. Жаль, коли пристанет удать мне ускорение. Кобочки древнейший сранит. Ты видел, я думаю, прям сразу ролим, быстро ролим его. 12 у меня. 88. Лок, ничего себе. Он оставил море слизи, хоть плыть. Больше не нужен ДС. Кровь ролим, не ролим. Потрясающе. Печка на ретрика. Не знаю, на кого там, на рогу еще. Кому надо? Это в первую очередь там типа на руку кота. Понятно, Декена. Ловкость вору неплохо. Рогом, наверное, отдам. Перчу Фален Паладину. А, вот Фален Паладин ролит. Он на ретрика. 29, Коваленко. Дам роги. Это поставить шкаф и смануть меня сразу. Кинжалик можно на улице? Да, можно. Колан, кинь, пожалуйста. Кому кинжал? Колан. Коваленко, чай дам. Сманите меня. Ребят, есть такое силу? Один камень надо. Где тут рог Коваленко? Мен. Там кинжал или что? Да, да. А вот он. На пол. Да. Пожалуйста. Все готовы? Кровь рейтери. Отдал? А ты кровь о. Отдал? Нет, там валяется Оптимус. Ну так если ему там. Ну надо валяется. Кровь. Доверчивому. Понятно. Сейчас тебе быстренько принесу. Три раза. Сманить меня еще раз. Да, блин, я потупил. Ювелирка, есть такой страйд? Как бы кто-то сагрил. Ну, поздравляю вас, блядь. Молодцы, и умираете там. Так, Хантов ЧС. ЧС и с рейда, да, сейчас кикнем его, блядь. Ну, там с пулей вы на, и на пуле у нас супер-дру. Чем вы пуляете? На мне вот губительный газ. Пулево. Представляете? Хорошо, у меня есть глыба. Тухлопу забьете, что ли, да? Ну, Хан с пулей, как же... А, ну ладно, я тогда наблюдаю за вами. Что да. Вы рейнджу наберите, а то все блюют. Посмотрите, сколько людей блюют. Рейнджу нет, наберите. Килам танком относить, только хотя бы по две штучки. То все отвалимся. Гуси, гуси. Не могут взять себя в руки, да, в отчаянных ситуациях, когда что-то идет не по плану. Знаю, я вообще ушел из комнаты. Ну что, на супердру на пулю? Наверное, да. Да, на супердру на пулю и припоился мертвым. Красавчик вообще. Неплохо. Молодец. Супердру убил. Что так делай? Ну, можно кикнуть, наверное. Наверное. Да, ну это прикол, ебать. Веселые ночные рейды, ходим пошутить. Сможешь забрать, сможешь, если ты здесь. Паладин. Я тебе отдал кровь. О, на споры, смотри, доверчивый.
Значит, мы не умрем от этого, от едких гнили. Я тебя поздравляю. Две. Я сейчас на конта зайти, подложить. Ой, я просто это, ну не хочу такие приколы, как бы. Зайти подамажить. Сейчас мы... Потом, не, во время боя не буду пускать, потому что у хилов багается хилбот. Поэтому... Так. И еще большая просьба у Верка, Шанти и Супердру выключить свои аддоны фаталити. А то мне кажется, что мы все сразу умерли, когда они у вас срабатывают. Получается он вот так. После профа тогда уху. Ну, после профа. Тоже. Ну как бы, чтобы проблем с этим там не было. Разница, вот тебе написал в чат, как он включается. Его есть быстрая команда. Я банально не помню, как он называется. Талити он называется. Я тебе написал команду зарейд в чате. Нажимаешь слэш фат. Он включается. Слэш фат, он заключается. А, окей. ШП не нужны аддоны. А ты не хочешь их выключать и спрашиваешь непонятно что. Все нормально, Бьерн, там 16% хлопус. Меня резнут, я раздам лут. Я сказал еще минут 10 назад, выруби все аддоны, лобнись и не парься. Бей себе без рекаунта, без ТБМ. А в смысле ШП не нужны все аддоны? Ты бы видел, что у меня сейчас вот на экране происходит. Ну так почему ты не выключил все аддоны? А зашел, лобнулся, вырубил все аддоны и все, тебя больше ничего не беспокоит. Какие игры? Весните меня, пожалуйста. Друг пришла резать меня, представляете? Я же говорю, а да. Все-таки я на мимо пробегаю, да? Там голые дедушки у него скачут по экрану. Там упала какая-то хрень, да? О, Войд! Тебе повезло. Раз пока заинство. Человек пишет умную мысль, а вы забери ассиста у Супердру. Ролл, праздничное очарование. Заберу. Ребят, есть его кое? Кому не надо, побью ремонт. Чатки на ретрика. Бис, между прочим. На Фурика тоже. Дизармари. На Армса. Ну да. Была перчатки. Надо кому хилы. Шамы. Кому, значит... Кому, значит, в дом. А, к Шанти выкинул, да? Тебе-то не... Дайте чем? Шкаф, пожалуйста, суманем катапульту. Чего вы такие медленные? Дайте шкаф. Да я на педалях уже примчал. Так вы ханта будете менять или чего там? Да, будем. Значит, он там на эрдру напулил, да? Молодец. Хан, да, зачем вообще ты это сделал? Скажи, пожалуйста, в РК или в чате. Ну, хотя это не важно. Да он пошутил, походу. Да он, походу, ну и хорошо. Пошутил. Кем-то там... Кем-то просто он оставался, да? Ой. Просто сумманить. Сейчас сманем трэш, закончим. Спасибо, хан, за рейд. У нас рейди что, юга нема, ребят? Да ты понимаешь, что если мы слышали звук смерти тролля, и босс пошел на друида, который его не пулил, и оно было видно, что его спулил хан, то это 100%. Более, когда человек молчит, тоже много чего говорит. Да, по-моему, тролль был. Не, это был орк. На пуле. Кликните на сум. Оп, тим столкнулся. Пуле был. Тим тут. Я все видел. Да, не пишу что-то. Кликните кто-нибудь один, кто там сзади. Остался маг. Марахус, Оптимус, тыкните на сумон. Я все видел просто, как это произошло. Я стоял, наблюдал,
пошли стрелы в этого, потом звук, что кто-то умер, но никто не умер. И потом пришел Эрдо бить босса. Все было очень прекрасно. А Войд документирует все, как это, короче, расследование с ЦЛК, бля, кто нахуй вертел? Нет, там конкретно, там не питомец. Доказательства есть, да? Детектив Войд, блядь. Звание, нахуй, детектив Войд. Шипеты где? Оптимус, ты здесь? Детектив Войд, круто. Да-да, я тут, я Дон настраиваю. Ну, запускаю, если что. Смотри, детектив Войд и сыщик Бьерн. Шипа здесь. Бьерн. Бьерн в куклу. Ну, ты каску капристы. Бьерн, а, ну да, Бьерн. Пристам каску. Запомни цель. Чек на пул. Надо рыбу ешьте. Надо. Сейчас, сейчас и доем, и можно, в принципе, пулять через 5 секунд. Пей, паладин. Прям проф. Чем вы пулите раньше, чем я кубу тыкнул? Скалипи, а, вот мы такие. Пусть, пусть пуляют. Терпится людям, видишь? Уже отходим левее чуть-чуть. Уже можно выйти. Еще будем переводить, да? Давайте переводить туда. Будем на хардкоре играть. Два зеленых у нас. Супер, зеленый сейчас цель выберет. Геру заливаем с зеленого. Красава, Гера. Ой, супер. Нормально постоим. 10 секунд без дела. Стоим, не бежим к зеленому. Всекаем. Нормально, да. И не ловить пельмени только. Все равно долго не будет жить. Не сбегайтесь к зеленому, бейте СНЖ его. Поиграем по профу. Аркана, Берни, Рогу. Пожалуйста, только не в лужу. Кидайте сразу палабафы. Не прыгай, пожалуйста, потому что у нас трясется пол и проседает ФПС. По-братски, ладно? Она ползет. Дэднарилин, беги, Дэднарилин, прожимай тапки, блинки, не знаю, что-нибудь. О, все, замедлили. Один, будьте готовы дать длань защиты цели красного слизня. Следующего, не этого. Этого мы убьем. Не лужиков бы, я молчу, как бы сами там смотрите. Всекаю. Мне некогда. Клёный слизень, кстати, можно пробить его. Бегитесь к цели, чтобы он не сдох. Стойте кучно. И плохо. Все, умер слизень. Прям в профа. Красный скоро будет. Красный вылился. Переключайте с него сразу уже. Перестаньте его в профа играть. Замедлен красный. Его нужно убить. ЭД. Проценту профессора на 35 будет переходка. Давайте эти 3% замутить. Не успеете, я пельмень поймал. Переходка, да, нормально. Чё, зеленый кинется. Смотрит Шинори, дайте МК. Дед Мэрилин, стойте, где стоим. В меточке стоим. В желтой. Ждем зеленого слизня. Бьем. К черепку сбегаемся. Встаем так, чтобы оказаться у слизня за жопой. А не к столу отлететь. Бежаться уже в центре.
так, либо так. Что, играем? Перед мордой не стойте у профа РДД, стойте в печенке. И вы тоже. Перед мордой только танки. Милики сзади. Не будет лишних луж. Пельмешки. Видите, оп, отошли все кучненько. Пельмешки. Лужи. Пока этим по скиллу, да? Ну, типа того, да. Колбы сейчас в рейде, да? Прям, чтобы РДД тоже их словили. Правильно. Что там упало? Неплохо. Боешечка, ребята. Ролим все ее срочно. Путин у нас 4. А, думали так просто сролить. Ничего себе, супер дроп. Или супер дроп. Это тебе за тухлопуза. Сдохну сейчас, служи. К себе заберу пароль чуть попозже, а то лужа разливается, мне больно. Рога ДК Макдруль Печенко. Получал Печенку из тех, кто ролил, поставьте плюсик. Печенки рода остались всем. Мерлин точно, по-моему, не получал. Блин, совет. Дам, добежать надо. Лягушка, можно тебя попросить, пожалуйста? Не, маг не следующий, маг следующий сова Аркона. Да, можно, чего? Он Войт спекнулся на трэш-танк, и вон доверчиво попросите спекнуться. Пусть спекается, ради бога. Пекайтесь.